скоро вечер. Местная достопримечательность Политиама Гарибальди. Какая-то циркушка. Внутрь нельзя зайти. Просто здесь потрёмся на улице. Не очень тепло, но дует сильный ветер. Очень сильный ветер. Мы приехали к порту. И сейчас уже вот вошли в город, то есть никуда ехать не нужно, просто пешочком вышел и пошел. Понятно. Это, в общем, театр. Скорее всего, там полиция стоит. Такие домики тут интересные, красивые. Балкончики с цветами. Ок, везде. В Европе. Это Палермо. Площадь огромная. Такие вот красивые балкончики в Италии. Везде, как в Европе. Вот такой вот ассортимент итальянских магазинчиков. Это замок Азиза. Арабо-нормандские ворота. Очередное костелло. Дворец Палермо. Чистейший воздух. Морской бриз.
хорошо жить в Палермо. Интересные тут растут кактусы огромные. Еще наверху какие-то цветочки, то ли не цветочки, может быть, даже они распускаются потом. Вот такие кактусы прикольные. Хочется их потрогать. Узкие улочки, как в Венеции. Опять же, везде красивые балкончики. И узкие улочки. И машины так припаркованы, одна на другой просто. И в основном все маленькие. Сколько же тут пальм. Вот лето, наверное, здесь классненько. Классненько летом здесь. Пальмы кругом, кругом пальмы одни. Так классно. Мандариновые деревья. Реально настоящие мандариновые деревья. А их здесь полно. Прямо они висят, и можно их сорвать, наверное. Сейчас мы идем по узким улочкам Палермо. Все такое тут в этом райончике обшарпанное. Мы куда-то идем. Идем. Тут какой-то, мне кажется, бедный район. Где у них на балкончике развешено белье. Дерево вообще огромное, просто огромное.
мы направляемся пошопиться чуть-чуть.